Итак, ребята, всем привет! Сегодня у нас будет новое видео, и я вам хочу рассказать про новый раздел, который появился у меня на сайте, и где вы сможете поучаствовать за очень крутые колоды, за очень низкую цену. Это аукцион. Я такое, честно говоря, вижу впервые на магазинах, сайтах, где продаются игральные карты. Ну, естественно, лучший магазин, все самое лучшее появляется именно здесь. Ну и, собственно, все безумно просто. Есть какая-то колода, и если вы хотите, например, ее получить за очень низкую цену, переходите ко мне на сайт по ссылке в описании. Вот здесь вот есть такое вот окошко, называется аукцион. Ну и здесь пока есть только один лот. Но вы не переживайте, здесь они будут постепенно добавляться. Переходим на сам этот лот, нажимаем на него, на картинку, без разницы на название. И видим то, что эта колода уже на данный момент сначала начинается с 4 долларов. Чтобы вы понимали, эта колода изначально продается во всех американских магазинах от 15 долларов, а так она начинается от 4. Ну и смотрим ниже. Тут все правила, естественно, расписаны. То, что конец будет 24 августа, то бишь завтра в 3 часа дня. И ставки делать безумно просто. Вы просто регистрируетесь на сайте. Это делается через вот это вот окошко, здесь вы нажимаете, либо вот здесь слева в колоночках будет написано, что регистрироваться, вот зарегистрироваться. Значит, вы заходите и просто вот здесь вот в комментариях пишете, что там ставлю там такую-то, такую-то циферку в долларах. И мы видим то, что вот Ярослав, например, поставил уже 4 доллара 50 центов. И если никто больше не поставит стоимость, например, выше или ниже, то, естественно, он, ну, ниже не идет, но выше, например. Если никто там 5, 6, 7 не поставит, то, естественно, он ее заберет себе за 4 доллара 50 центов. Это вообще очень круто. Ну, естественно, мы тут можем прочитать все правила, и это ничего тут сложного нет. Самое главное то, что тут будут появляться редкие колоды, крутые колоды, и, естественно, фотографии, если вам там нужно раскрыть, вот она раскрывается на весь экран, можно посмотреть, она какая прекрасная, не прекрасная. Конечно, тут на данный момент продается новая запечатанная колода. И вот здесь вот это все продемонстрировано. Вот здесь вот, вот так вот. Это новая запечатанная колода. Хотя на фото и открытая. Но это для того, чтобы демонстрация ее особенностей в коробочке была. Ну и, собственно, все безумно просто. Аукцион. Перешли, поставили ставку. Если нет, вас там перебили, ставку другую поставили, вы можете его перебить. Ну и, к примеру, она даже у меня на сайте продается ниже всех. Это 11 долларов. А так, например, человек есть возможность забрать ее за 4,50. В итоге, если выиграл, забрал. Оплатил, получил. Все. На этом мы, ребята, заканчиваем. Уникальная вот такая вот фишка на сайте, где продаются карты. По ссылке в описании. Переходите, смотрите. У меня на сегодня все. До новых встреч и всем пока-пока.